Я являюсь противником, к примеру, конкурса в «Мисс Молдова». Серьезно? Да, я являюсь категорическим противником. А почему? А потому что нам надо наших девочек воспитывать, значит, не в духе показать свое тело, да, продемонстрировать его на подиуме, да. Значит, их надо воспитывать, извините, в духе, значит, что это мать, это хранительница очага, это женщина, которая должна родить детей, значит, и хочешь не хочешь, но 2 года, 3 года ребенка надо уделить, да? Кто это будет делать? Папа, а папа, значит, должен воспитываться в духе, значит, главы семьи, значит, который обеспечивает безопасность, который, значит, решает проблемы материального благосостояния семьи.